Привет дорогие друзья, присутствие Иисуса такое замечательное, пленяющее, всепоглощающее, приятное, освобождающее, оживляющее и насыщающее, удовлетворяющее и зажигающее. Там где есть Иисус, там есть свобода. Иисус среди нас и это убеждает нас в том, что все будет так, как Он есть. Он целитель, поэтому люди будут здоровые. Он освободитель, поэтому люди будут освобождаться. Он творец, поэтому в пустынном месте появляются рыба и хлеб. Он эль-шадай, поэтому изобилие приходит и, и прогоняет недостаток. Иисус среди нас. Это наша надежда, это наша вера. Иисус здесь, потому что Он сказал, где двое или трое собраны в мои, во имя Мое, я там среди них. Присутствие Иисуса убеждает меня в том, что чудеса будут. Вы знаете, каждый раз раньше, когда я ехал куда-то проповедовать, я всегда говорил Господу, Иисус, а чудеса будут? Он говорит, как всегда, и улыбался мне в ответ. Однажды, когда я спросил его, Иисус, а чудеса будут? Он мне сказал, я разве хоть раз подвел тебя? И я понял, что не надо его спрашивать. И третий раз он мне сказал, больше никогда не спрашивай меня о том, будут ли чудеса. Они будут, потому что для этого Он и пришел. Пожалуйста, пишите, откуда вы. Слава Господу! Сегодня эфир исцеления, и мы будем принимать от Господа э, то, что нам нужно. И вы знаете, иногда, если быть э, человеком буквы, э, конечно же, мы знаем из Слова Божьего, что Иисус уже никого не исцеляет. Это очень интересное заявление, но оно библейское. Почему? Потому что Он нас всех исцелил уже. Вы скажете, а что же мы делаем? А мы принимаем то, что Иисус сделал для нас. Представьте себе, я вам где-нибудь там, я пошлю вам посылку. И к вам придет уведомление, что там, в таком-то месте, в определенном ящичке, лежит для вас посылка. И было бы странно, если бы вы мне звонили и сказали, пошли мне посылку, пошли мне посылку. Я сказал, у меня ее нет. Я уже все выслал. Вам просто нужно знать, как ее взять. То же самое с исцелением. Господь Иисус на кресте вознес наши немощи и болезни на себя. Леша Пачевский, Бог дает тебе прорыв умножение и продолжение. И к тебе возвращается все то, что было потеряно. Даже не ты был в этом, этой причиной. К тебе возвращается. Теперь, Библия говорит, что ранами Иисуса мы исцелились. Поэтому Иисус уже ничего делать не будет, он свою работу сделал, он исцелил нас. Апостол Петр переповторяет слова пророка Исаии, ранами его мы исцелились. И Дух Святой здесь для того, чтобы взять то, что у Иисуса уже приготовлено для нас, передать это нам, предложить это нам. Потому что Он, знаете, как Он не бросает это нам, но Он предлагает это нам, и тогда мы принимаем это. Кто-то задал вопрос, а как получить посылку, как принять? А вспомните, как вы принимали Иисуса? Все то же самое. Вы поверили? Вы сказали и вы не сомневались. Я хочу задать вам вопрос: скажите, пожалуйста, вы чувствовали, что вы спасены, когда вы приняли Иисуса? Конечно же, нет, конечно же, нет. Вы верили, конечно же, вы ощутили себя другим человеком, вы ощутили свободу, вы как-то жизнь начали по-другому ощущать, но вы не ощущаете спасение. Вы верите в спасение и вы не задаете Богу вопрос, Господь, а я так, я спасен или я не спасен? О, я не чувствую себя спасенным. Я даже не вижу себя спасенным. Или э, я же сейчас не на небе, я здесь так спасен, я или не спасен. Но что вас убеждает в том, что вы спасены? Я вам скажу, вас убеждает в том, что вы спасены, три вещи. Номер один – Божье Слово. Римлянам 10 глава написано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Тут так написано. Вы не пытаетесь чувствовать. Вы знаете факты. Скажите, я знаю Божьи факты. Скажите со мной, я знаю Божьи факты. Второе, откуда вы знаете, что вы спасены, Библия говорит, Римлянам 8 главе, что Дух Святой свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Чувства, друзья, они не в духе. Чувства, они в душе. И Дух Святой свидетельствует не нашей душе, он свидетельствует нашему духу, поэтому это не вопрос чувств. Ты спасен, ты знаешь внутри, я знаю. Я знаю, что я знаю, что я знаю. Но это знание, оно основано, конечно же, на Писании. Если бы этого не было в Писании, и человек будет говорить: но ну, я знаю, что это Дух Святой дает мне чувствовать. Ну можно думать все что угодно. Ну и что, что ты так думаешь? Ну и что, что ты так доказываешь? Но это не значит, что это истина. Но Дух Святой, Он Дух Истины, Он свидетельствует на основании истины. Но если это есть истине, и это приходит сюда, значит, это убеждает нас. Аминь. И третье, что может показать нам также, что мы спасены, это глобально образ нашей жизни. Понимаете, когда человек говорит, я спасен, но он грешит постоянно. Я не говорю там, как мы, знаете, Яков говорит, мы много все согрешаем, там, ну, разозлился, покаялся, там, подумал что-то не то, покаялся. Ну, когда человек реально живет в грехе, там, в блуде, в пьянстве, там, ну, и, и все такое. Поэтому, друзья, мы спасены, и мы не перепроверяем это. А вот когда дело доходит до исцеления, ой, меня засыпают вопросами. Почему я не исцелен? Когда наступит исцеление? Я уже столько лет борюсь за исцеление. Это говорит о том, что человек не верит. Это полное неверие. Полное неверие. Полное неверие. А Матфея 13:58 написано, что Иисус не мог исцелить людей за неверие. За неверие. Потому что неверие – это осознанный или неосознанный выбор верить и говорить, что Иисус не сделал свою часть. Но если я в спасении убежден, я убежден в исцелении, но я же этого не вижу, но тебе надо верить, это другие законы тебя привели в другое государство. Ты не можешь жить в Царстве Божьем, так как ты живешь в этом мире. В этом мире ты живешь видимым и чувственным, в Божьем Царстве ты живешь верой. Никто не отменяет видимого и чувственного, но когда речь заходит за Божьи вещи, мы ими оперируем верой. Понимаете? Римлянам 5 глава, смотрите, как интересно написано. Римлянам 5 глава с первого стиха. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Или же, потому что запятых в греческом языке нет, поэтому можем прочитать так. Верой мы имеем мир. С Богом. Что такое мир? Мир. Это не только вопрос отношений. Мы помирились. Вы помните в детстве? Брали мизинчики. Мире-мире и и навсегда. Кто поссорится? Свинья. У вас было так? но ну, У нас так было. Но здесь больше речь идет. Мир это шалом. Это еврейское слово, которое обозначает нет ничего сломанного. Шалом это целостность. 1 Фессалоникийцам 5.23 сказано, что Бог во всей целостности сохранит наш дух, душу и тело. Во всей целостности. Забегая вперед, я скажу, что если у вас нет части тела, она есть у Бога для вас. Как мы имеем? Верой. Мы имеем отношение с Богом по вере. Вы говорите с Богом по вере. Очень много сегодня умственной запутанности, эмоциональных горок, Непонимание вопроса исцеления. Но с Иисусом все просто, если спасение просто, с исцелением просто. Вы знаете, как я всегда говорю, что неверующие люди, ну, значит так, не спасенные, всегда, когда я за них молился, это чудеса вот так вот. Сразу. Мгновенно, недавно я выставлял а, видео, я был э, во Львове, и на собрание человек пришел первый раз, и у него была раковая опухоль э, в шее, меланома, метастазы пошли уже в его организм. И я помолился за него, он пришел на следующий день э, к, этим, к врачам, они сделали ему там МРТ, УЗИ, все, что нужно сделали. Не было ни опухоли, не было ни метастазов, он полностью все равно, кстати, он до сих пор ходит в церковь. Он в церкви. Вы понимаете? Но не было вот этой умственной запутанности. Все предельно ясно. Друзья, смотрите. Когда вы размышляете на тему божественного исцеления или чудес для себя, пожалуйста, ассоциируйте это со спасением просто со спасением. Я принял спасение, вопросов нет, я спасен. Я принял исцеление, вопросов нет, я исцелен. Потому что иногда дьявол подбрасывает вам вопросы, чтобы вывести вас на территорию разума, чтобы вывести вас на территорию чувственного и видимого, и вы кто-то либо не получает исцеление, а кто-то его вообще теряет. Слава Господу. И так написано. Мы имеем верой мир с Богом, через которого, через которого верой и получили мы доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Верой получили. Смотрите, Римлянам 5.1 и 5.2 сказано. Верой мы имеем, верой мы получили. Скажите, исцеление это просто. Не усложняйте. Раз. И не расклеивайтесь. Верующие как быстро сдаются, Какие, какая, какая нестойкость, неустойчивость, чуть что-то где-то не так все спасите, помогите, у меня то болит, у меня то болит, а где мое исцеление, а что происходит? А я не понимаю, будьте стойкими. Он говорит: верой мы стоим, мы стоим твердо, на Божьем Слове. Я есть Дух. У меня есть душа, но я есть Дух, и я выбираю стоять на Божьем Слове в отношении моего исцеления. Если нуда, нужно, я буду стоять до пришествия Иисуса Христа. Но кто принял решение стоять до пришествия Иисуса Христа в вере за исцеление, тот получает Его быстро, получает Его сразу. Поэтому, знаете, мне люди часто задают вопрос: а почему тот умер? А почему тот еще не исцелился? Я говорю, я не знаю, что происходит в душе человека. Мы не знаем, что там происходит, какие там решения, какие там мысли, какие упования. Но я хочу сказать, вера это просто, исцеление это просто, чудеса это просто. Слава Господу. Аллилуйя. Поэтому у нас сегодня эфир исцеления. В конце эфира я буду также не только молиться за ваше исцеление, но я буду давать слово знания тех, о тех исцелениях, которые Бог также мне называл перед эфиром. Слава Господу! Господь Иисус, мы славим Тебя. Ты не сделал для нас ничего трудным. Ты все сделал легким. И исцеление разливается по всей планете. И мы увидим пробуждение исцеления. И как воды наполняют море, как океаны наполняют землю, так исцеление будет растекаться как река, и лучи исцеления из твоих рук, из твоих рук. Они светят по всей планете, на каждого, кто жаждет, на каждого, кто верит, на каждого, кто ищет. Нам по вере, грешникам по милости. И чудеса созидательные даются нам. Каждая атрофированная часть тела исцеляется прямо сейчас. Восстанавливается, я скажу не медицинским термином, флора внутренняя, наверное, это называется флора кишечника, она восстанавливается. Раздраженность кишечника уходит прямо сейчас но большая просьба, не сильно горячий чай, не слишком крепкий чай и не слишком много крепкого чая. И если у вас есть повышенная кислотность, то на некоторое время убрать цитрусовые. Это вам слово знание. Если это о вас, пожалуйста, напишите, что это было слово ко мне в отношении исцеление хорошо мне просто э, очень интересно я хочу иметь с вами интерактив и видите бог уже включается и прости господи он и не выключается вот это я дал скажите иисусу иисус прости богдан помилуй его это все шутка, и Иисус нормально относится к нашим к таким словам. Бог включается. Нет, он не выключался. Он же не светильник. Он же не, знаете, как этот включатель-выключатель. Слава Господу. О, Господь, скажите, Господь, помилуй Богдана. Хорошо, я буду говорить вам Слово Божье, ибо оно, ибо оно помазано и Бог действует через свое слово. Хочу немного говорить об исцелении. И забегая в третий пункт, или в первый, хочу сказать, что когда вы слушаете Божье Слово, вы можете исцелиться. Поэтому, знаете, будьте как внутри, как будто бы вы прям на корточках сидите, прям вот-вот, вот-вот сейчас. Это, я, я принимаю Слово Божье. Потому что, смотрите, написано, что Божье Слово – это лекарство. И поэтому отнеситесь к Божьему Слову как вот к таблеточке. Вы пьете ли, вы, знаете, как вы выпили таблеточку, и вы знаете, что она работает. Со Словом Божьим. Вы слышите Божье Слово, оно уже работает. Если вы в это верите и в это знаете. И вы сидите, и вы слушаете проповедь, но внутри себя оно работает во мне. Оно потому, что Слово Божье живо и действенно. Скажите вместе со мной, Слово Божье живо и действенно. То есть оно живое, мы не просто, понимаете, у нас не просто разговоры. И второе, оно действует прямо сейчас. Когда оно действует? Знаете, когда? Когда один говорит, а другие слышат вот тогда оно действует. И вот если вы удержите ваш разум вот на этом, что прямо сейчас оно действует, вау, не только вы, но и ваши соседи могут исцелиться. Слава Господу! Аллилуйя! Римлянам, первая глава, 16 стих. Написано, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Слово «Христова» — это слово Помазанного. То есть это помазание, то есть благовествование помазанное. Знайте это, вы не можете отделить помазание от Божьего Слова. И вы не можете отделить Божье Слово от помазания. Оно, оно, помазание это ДНК Божьего Слова. Оно осуществляет Божье Слово. Это то же самое, как вы не можете отделить слово «свет» от самого света. Не бывает слова «свет» без света, но не бывает света без, Божьего, без слова «свет». Поэтому Павел говорит, если правильно почитать, «Ибо я не стыжусь благовествования помазанного, потому что оно есть сила Божия». Слово «божие» В оригинале это созидательная и материализующая сила Божья. То есть благовествование это не Слово, которое остается Словом. Благовествование оно помазанное и оно материализуется в то, что оно обозначает. Фактически мы говорим не просто Слово, мы говорим Слово, которое наделено помазанием и созидательной материализующейся силой Божьей, и Слово становится плотью. Вот в чем сила Божьего Слова. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Бог сказал, да будут рыбки, и стали рыбки. Слово Божье воплощается. Бог сказал Аврааму, ты будешь отцом множества народа. В сто лет его тело было омертвелым, его тело не было способно воспроизводить семя мужское, но когда Бог сказал ему это, слово сотворило в нем мужское семя для передачи Сары, ну и чтобы появился Исаак. То же самое произошло с Марией. Ангел Божий пришел и дал ей слово о Спасителе, об Иисусе, и это слово материализовалось в Марии, в мужское семя, потому что Луки 1:37 сказано: у Бога не останется бессильным никакое слово. Аллилуйя. Благовествование, Евангелие – это Божья сила. Когда оно проповедуется, сила Божья будет проявляться. Знайте это, друзья. Пожалуйста, знайте это. Мне нравится, проповедник был Тил Осборн. Он говорит, я, когда я проповедую, говорил, я верю в проповедь Евангелия. Он проповедовал сотням, сотням, сотням тысяч людей за один раз. За свою жизнь он проповедовал миллионам людей, миллионам. И когда перед ним были эти толпы, он говорит, все, что я знал, это один факт что Евангелие проповедуемое осуществляется прямо тогда, когда я проповедую. Поэтому, когда я сейчас вам говорю об исцелении, о Божьем Слове, я знаю, что сила Божья высвобождается прямо сейчас. А от вас уже зависит принятие этой силы. Принятие. Принятие. Моя часть – высвободить, ваша часть – принять. Когда я высвобождаю это – Верой. Вы принимаете это верой. И кто-то исцеляется прямо тогда, когда слышит Божье Слово. Если у вас были боли в кишечнике, если вам было э, тяжело э, нажимать на свой кишечник, понажимайте ваше тело там, где была боль. И прямо сейчас эта боль ушла. И напишите, пожалуйста боль в вашем теле, где вы нажимали раньше, была боль, ушла. Может быть, у вас была боль в женской груди, и вы прикасались, и она была, женская грудь была в тонусе. Это ушло. Это ушло сейчас, и, и мы ждем от вас прямо сейчас свидетельства. Теперь смотрите, Луки 5.17 сказано. В один день, когда Иисус учил, сидели тут фарисеи, законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Когда Иисус учил, когда Он говорил Божье Слово, сила Господня являлась. И те, кто верили, те, кто были как дети, они исцелялись и они принимали. Потому что Дух Святой, Он всегда будет реализовывать Евангелие и Божье Слово. Слава Господу! Аллилуйя! До конца эфира давайте получим минимум 10 свидетельств. Если вы свидетельствуете, что боль ушла где-то, пожалуйста, пишите факты. Скажи, напишите это. Факт, боль сейчас ушла. Я постараюсь и проповедовать сейчас, и следить за вашим чатом, и не пропустить. Минимум 10. Минимум 10. Люди пишут, я прошу исцеления кишечника. Вы что, пропустили 5 минут назад слово от Господа об исцелении кишечника? Вы что, ребята, не пропускайте. Берите все. Слава Господу. Аллилуйя. Поэтому, пожалуйста, пишите. Теперь второе, Бог есть любовь. Мы говорим об исцелении. И Бог являет свою любовь через исцеление. Любовь не выносит болезни. Любовь ненавидит болезни. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, что отдал Сына Своего, Леша, мой друг, я прошу тебя, считай, сколько ушло боли и тяжести. Хорошо? Пожалуйста, я тебя потом попрошу, чтобы я не, не отвлекался. Но я уже два человека, уже два или три человека написала, что боли уже ушли, и они уходят. Я пророчествую, что мы вошли в новый уровень исцеления, в уровень без границ. Нажимайте там, где аппендицит, там тоже боль ушла. Калит уходит. Нажимайте. У кого-то была боль в области, в области э, ребер. У вас была боль. Пожалуйста, проверьте и напишите. Аллилуйя! Сила Господня являлась в исцелении больных, когда Иисус проповедовал, когда Он учил. Это происходит прямо сейчас. Глаза исцеляются, слепота уходит, катаракты уходят, сетчатка исцеляется, нервное окончание глаз исцеляются во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Если вы верите Господу за исцеление какого-то человека, я в конце начну молиться, вам надо будет им позвонить и держать трубку у вашего гаджета, чтобы вы могли, чтобы они могли слышать. Хорошо? Итак, Евангелие – сила Божья. Бог есть любовь. Бог всегда ответит вам исцелением. Всегда. Если мы родители, хотим, чтобы наши дети были здоровые. Тем более Господь этого хочет. Когда вы знаете, что Бог любит вас, у вас будет вера, что Бог исцелит вас. Библия говорит, что вера движима любовью. Дьявол обманул Адама и Еву на предмет Божьей любви. Когда Бог сотворил человека, Бытие 2.7 сказано, и создал Господь Бог человека. Господь – это было слово любви и слово завета. Но когда дьявол к ним пришел, он сказал, подлинно ли сказал Бог. Бог сил там. Стоит в Эдеме и Лохим. И он убрал слово «любовь». Когда вы сомневаетесь в Божьей любви, у вас всегда будет страх и сомнение. Когда вы укоренены в Божьей любви, сомнений никогда не будет. Никогда. Поэтому апостол Павел в Ефесянам 3 главе говорит, вы утвержденные и укорененные в любви можете познать, как безмерно величие, как безмерно величие Божие, и он делает несравненно больше, чем мы просим или помышляем. Слава Господу! Аллилуйя! Я уже насчитал пять исцелений. Может быть, я вас попрошу потом еще раз но мой друг считает тоже. Слава Господу. Итак, Бог есть любовь. Он любит меня. И Он исцеляет меня. Иоанна 3,16. Бог, Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Римлянам 8,32 сказано, что Бог отдал нам Иисуса, то неужели не дарует нам всего? Любовь Божья отдает все. Любовь Божья не удерживает ничего. Дьявол лжец. Вы всегда будете верить Божьему Слову, если вы будете знать, что это сказала любовь Божья. Когда я знаю говорящего, я правильно отношусь к сказанному. Когда я знаю говорящего, я правильно отношусь к сказанному. Слава Господу! Любовь Божья не обманет. Поэтому это истина. Я принимаю мое исцеление. Любовь Божия меня исцеляет. Третье. Исцеление – это всегда Божья воля. Всегда. Неизменная, несокрушимая, непроницаемая, непогрешимая, постоянно и постоянная и вечно пребывающая. Однажды прокаженный подошел к Иисусу, об этом описывает Евангелие от Матфея 8 глава, и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он знал силу Божью. Он верил, что Бог всемогущий. Это не так трудно верить, что Бог всемогущий. Но у него были сомнения в отношении желания Иисуса. Хочешь ли меня исцелить? Иисус говорит, хочу. И простер к Нему свою руку. Сегодня Он говорит, я хочу исцелить тебя, ибо на это я и пришел. И Иисус была выраженная воля Божья, воплощенная. И Иисус и его служение было явленное желание Бога, Отца и Святого Духа и самого Иисуса исцелять. Вы знаете, я обожаю молитву Отче наш. Я ее просто обожаю. И там написано так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Я думаю, что вас не нужно убеждать, что на небе болезни нет. На небе болезней нет. И он говорит, что воля Божья, чтобы и на земле, как на небе. Но поймите, на небе нет так, что человек, ну, в основном здоров, ну, где-то там чуть-чуть болит. С головы до пят даже признака болезни нет. Тело на земле может ветшать, но не быть больным. Поймите, ветшание и старение тела – это не значит, что оно должно быть больным. Оно может стареть и быть абсолютно здоровым конечно, к этому нужно приложить еще правильное питание, правильное мышление, правильное исповедание, занятие спортом, короче, правильный образ жизни и для каждого свой, потому что разные тела, все, что нужно. Но тем не менее, тем не менее, мы не уходим на небо из-за болезни, мы уходим, потому что пришло наше время. Они, в старости они сочны и плодовиты, но и на земле, как на небе. Это воля Божья для тебя, исцеление и для каждого человека. Слава Господу! Скажите, Божья воля для меня исцеление, и она господствующая. Слава Богу! Скажите со мной, у меня нет вопросов к Богу в отношении исцеления. Я исцелен. Я исцелен. Это истина. Вопросы решены. Это не значит, что вы не можете обратиться к врачам, чтобы они вам помогли. Это не значит. Это значит, что ваша внутренняя позиция ⁇ Я исцелен ⁇ Слава Господу. Четвертое. Сила Божья сейчас, здесь, в лице Святого Духа. Потому что можно было бы подумать, ну Иисус исцелял хорошо, но Он же сейчас на небе. Какова моя надежда на мое исцеление? Но вы должны знать, что силой исцеления в служении Иисуса был Дух Святой. Это был Дух Святой. И Он сегодня здесь, среди нас. Библия говорит, что Дух Божий двигался на земле. И силой Божией было все сотворяемо на земле. И потом силой Божьей, Духом Святым был создан человек. Именно Дух Святой создал человека. И в 33.3 сказано, 33.4 сказано, Дух Божий создал меня. Это Дух Святой создал тело Адаму, потом создал тело Еве. Я недавно говорил эту интересную мысль, она мне очень понравилась. Бог создал Адама и потом создал Еву. Нет, когда... Нет, Бог создал Адама, потом сказал, я могу лучше и создал Еву. <свят> Слава Господу. <свят> Это был Дух Святой. И понимаете, тело Адама было создано. Жизнь была передана. Еще раз. Тело Адама и Евы было создано. Силой Святого Духа. Способностями Святого Духа а жизнь была дана им из самого Святого Духа. Мы им живем, мы им движимы, и мы им существуем. Слава Господу! И сила Божья, она прямо сейчас здесь, потому что Дух Святой здесь. Скажи, сила Божья здесь. Сила Божья здесь. Вот как у тебя дома электрическая энергия, вот она здесь, она присутствует. Ты знаешь, ты, ты ее не чувствуешь. Ты просто знаешь. Ты просто всю жизнь в этом. Поэтому ты знаешь. Ты убежден. И мы убеждены в этом. И она будет высвобождена. Она уже течет. Просто кто-то ждет в конце молитву, а кто-то уже подключается и забирает свое исцеление. Слава Господу. И пятый пункт, последнее, то, что я буду учить, это протяни руку веры и получи свое исцеление. Я вспомнил историю из Евангелия, когда Иисус пришел в синагогу. И там была, был человек, у которого была иссохшая рука. Господь Иисус подошел к нему. И что он сделал? Он сказал ему, простри руку твою. И можно было подумать, Иисус, ну что ты такое говоришь? Но ну ты же знаешь, что у меня рука, Иисус, ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Но то, что не мог сделать этот человек, это не значит, что этого не мог сделать Иисус. Аллилуйя. И внутри себя человек принимает решение поднять руку. И когда он это сделал? Сила Божья сошла, и рука исцелилась. И этот человек начал простирать ее верой. Верой. Я верю, что я получаю мое исцеление. Я беру мое исцеление. И в этот момент Бог прикасается к тебе и исцеляет тебя от всякого недуга. Слава Господу. Вера получает ответ. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я помню один случай. Я молился за женщину. Ей было 74 года. Бабулечка, Божий одуванчик. Когда ей было три месяца, родители взяли ее на руках и пошли, они жили в селе. И, или полгода ей было, нет, ей полгода было, извините, ей было полгода и они посадили ее там в сарайчике, а сами пошли на огород, там копали картошку, что-то такое в селе делали. И эта девочка уснула, когда ей было полгодика. Это сороковые года были. И черви заползли ей в ухо. И три дня этот ребенок день и ночь плакал и орал. Плакал и орал. И они не могли понять, почему. Вроде бы, видимо, все хорошо. Но когда на, три, на четвертый день они поехали к врачу, врач обнаружил в ухе черви. И три дня они выедали ребенку ухо, выели барабанную перепонку. Там все в ухе, короче, они выели. И, и этих червей потом достали. Ее ухо было 74 года глухим. Когда я помолился за нее, Иисус открыл ей слух, и она была полностью исцелена. 74 года. Я простирал к ней руку верой. Я просто знал, что сила Божья сейчас будет высвобождена. Я провозглашал в ее ухо исцеление. И я знал, что сила Божья будет высвобождена. Никаких сомнений. Никаких, а может быть, я знал. Вера ⁇ это знать факты. Ты просто их знаешь. Ты, вера ⁇ это убежденность в том, что то, что Бог сказал, это работает. Друзья, я никогда не движим видимым. Если бы я был движим видимым, я бы ни за одного человека не молился. Но я верю. Пять человек сейчас получили исцеление зрения в какой-то процентности. Но получили. Проверьте ваше зрение. И прямо сейчас напишите. Слава Господу. Аллилуйя. Итак, Евангелие ⁇ это сила Божья. Мы проповедуем или мы слышим, сила высвобождается. Бог есть любовь. Он отдал своего Сына за тебя. Неужели Он не исцелит тебя? Исцеление ⁇ это всегда Божья воля. Сейчас. Иисус сказал, ⁇ Я исцелял вчера, я исцеляю сегодня, и я буду исцелять ⁇ завтра. Он, исполняет волю, он исполнял волю Божию на земле. Сегодня волю Божию на земле исполняет, осуществляет, воплощает, проявляет, доставляет, активирует, материализует, как хотите, Дух Божий. Он здесь. И мы простираем к Богу руку веры. Нам не надо тянуться на небо. Он здесь. Мы просто говорим, Иисус, я верю. Я сдаюсь Твоей чудотворной и исцеляющей силе. Слава Господу! Мы будем сейчас молиться об исцелении. Я буду давать слово знания. Господь Иисус, я славлю Тебя, я превозношу Тебя, я поклоняюсь Тебе. Мы любим Тебя, Иисус. Господь Целитель, мы приветствуем Тебя сейчас в этом эфире. Для Тебя нет границ. Ты присутствуешь одновременно и со мной, и с каждым человеком, кто смотрит эфир. И ты прикасаешься к каждому человеку. И ты исцеляешь каждого человека. И кто-то ждал исцеления долго-долго. И были сражения, и были битвы. Но Господь говорит, это просто, и это легко. И Господь говорит, я доставляю тебе твое чудо. Кто-то сейчас получает большое чудо. Я слышу такую фразу «большое чудо». Это не что-то привычное, что мы слышали. И я ни в коем случае не сравниваю другие чудеса. Я ни в коем случае не сравниваю. Но это большое чудо происходит с вами. С кем-то происходит очень большое чудо чудо, и оно прославит Господа. И скажите прямо сейчас, я прославлю Господа, и я дам свидетельство. Слава тебе, Иисус! Мы превозносим тебя, мы поклоняемся тебе. Давайте мы сейчас будем поклоняться, и пусть Божье присутствие проявляется в полной мере. Я ощущаю помазание, помазание на своих руках. Присутствие Господа, оно уже проявляется в этом месте. Ангелы Божьи уже трудятся, и они быстрые, они быстрые. Хотите, я вам кое-что скажу? Это недавно пришла мысль ко мне, вчера она пришла. Иисус говорит, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вы представляете, как, понимаете, это не так, что дьявол там сражался, боролся там, хватался за небо там. Его надо было, это, знаете, как спи... долго его вытеснять надо было. Он возвращается на поле сражения. Нет, 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 дьявол не мог. Он, знаете, как молния, как... тем более сколько с небес до земли расстояния, я не знаю. Я не знаю. Но он слетел быстро оттуда. И если дьявол, как молния, быстро мог слететь, то насколько же сильно движется сам Иисус или ангелы Божьи. Дьявол Люцифер, он же был архангелом, он быстро слетел. Божьи ангелы движутся очень быстро. Очень быстро. Во мгновение ока, доставляя вам то, что принадлежит вам. Если вам нужно но нужен новый орган, который был удален от вас. Новая часть тела. Возьмите рукой веры с небес ваш орган. Возьмите ваше исцеление от Иисуса прямо сейчас. Твой Господь, Он твой целитель. Он не только твой спаситель, Он твой целитель. В пакете, если можно как, знаете, как Пять в одном. Пакет исцеления. Ой, спасение, спасение ⁇ это сотерия. Спасение, исцеление, благословение, защита, Божья и свобода. Мы принимаем это все сразу. Мы благодарим Тебя, Господь. Сейчас я буду давать слово знания. Поклоняемся Тебе. Ранами Твоими мы исцелены. Ты взошел на Голгофу. Ты взошел на крест и ты понес наши немощи и болезни. Если вы можете, закройте ваши глаза, поднимите ваши руки к Господу. Ты взошел на Голгофу. Ты был безмолвным агонцем, предотцом. Невинно и несправедливо страдая, ибо ты не сделал никакого греха. И благодать Божья была с тобой. Ты был тверд внутри себя. Твое тело страдало. И тебе было трудно передвигаться из раненому на место Голговского креста, на лобное место. Но внутри ты был стойк. Ты был тверд и непоколебим. Ты нес на себе наш грех и наши болезни и немощи. Но когда ты взял их на себя, Господь Иисус, они перестали быть нашими. Это не наши болезни. Скажи со мной, это не моя болезнь. Она была на Иисусе. Теперь это не мое, и это не имеет права быть во мне. Я не соглашаюсь. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, что ты взошел на крест. Тебя пригвоздили ко Христу, и мои болезни были пригвождены. Проклятие, недостаток, все что угодно было прибито ко Христу на Твоем теле. Ты умер, и ты воскрес Иисус, и ты посреди нас ходишь и исцеляешь, кто-то исцеляется от рака прямо сейчас. Кто-то будет смотреть это в записи. Господь исцеляет вас прямо сейчас. Ответьте Ему благодарностью, ответьте Ему верой, ответьте Ему принятием. Это и есть поклонение. Признать, что ваши немощи и болезни были на кресте и были побеждены. Это и есть поклонение. Это поклонение, друзья. Это согласиться с тем, кто Он есть что он может делать, что он имеет и что он сделал две тысячи лет назад на кресте. И мы принимаем его совершенную, совершенную работу. Мы с вами, друзья, живем из того, что уже произошло. До креста в Ветхом Завете они жили тем, что произойдет. Мы с вами живем из того, что произошло. Мы не идем в будущее, Господь исцелит меня. Мы возвращаемся в прошлое, Господь исцелил меня. Мы не говорим, что Иисус спасет нас, мы приняли спасение. Мы не говорим, что Иисус исцелит нас, мы говорим, Он исцелил меня. Мы удивительный народ. Мы удивительный народ, потому что мы живем верой. Этот мир не живет верой, а мы живем верой. Мы возносим Тебя, Господь. И дар чудотворения работает прямо сейчас. Если вам нужно чудо, не просто исцеление только, но реальное чудо. Может быть у вас смещены перегородки. Может быть у вас отслоилась сетчатка. Может быть у вас есть э, вывих, который уже сросся так, что это уже невозможно никак вернуть на место. Может у вас есть отсутствующее ребро, отсутствующая кость, отсутствующий орган, дар чудотворения здесь. И Бог делает эти чудеса во имя Иисуса. Мы поклоняемся Тебе, Господь, и славим Тебя, и любим Тебя, и превозносим Тебя. И мы успокаиваемся в Твоем присутствии ибо нет причины для беспокойства. Ты удаляешь с собой всякую причину беспокойства, всякий корень сомнений, всякий намек на страх. Ты мой покой, Иисус. Ты осязаемое Божье присутствие. Ты моя вера. Ты мое здоровье. Ты мой хлеб и моя жизнь. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Господь, и поклоняюсь Тебе, и поклоняюсь, положите вашу руку туда, где есть боль. Бог исцеляет женскую грудь сейчас во имя Иисуса. И я буду приказывать, чтобы болезни оставили вас, и я буду провозглашать вам Божье исцеление, и Господь прикоснется к вам. Скажите вместе со мной: Я отказываюсь бояться, Я отказываюсь переживать я отказываюсь волноваться. У меня внутри звучало слово, что те, кто будут смотреть этот эфир, они будут исцеляться даже в тот момент, когда они его смотрят. Поэтому, если вы смотрите это в записи, вы будете исцеляться. Не из-за эфира. Эфир не источник. И Иисус источник. Но это происходит через эфир. Через Слово Божье. Господь Иисус, Ты обещал мне, что исцелений будет больше. Ты обещал мне, что ты будешь делать чудеса, созидательные чудеса. Чудеса, выходящие за рамки законов природного мира. И я сегодня обращаюсь к твоему слову. И я прошу, чтобы ты его исполнил. И как твой слуга я иду против каждой немощи и болезни. И я приказываю, я, я наношу урон всякой немощи и болезни, в вашем теле. Я называю и констатирую факт, что эти немощи болезни, они не ваши. Они не имеют права быть в вас. Господь только что напомнил мне, попросил, чтобы я вам сказал, когда у меня была изжога 10 лет, я 10 лет говорил, Господь, исцели меня от моей изжоги. И потом, когда я спросил, почему нет исцеления, он мне сказал, потому что ты называешь ее своей. И ты узаканиваешь ее в себе. И я начал говорить: это не моя изжога. Может быть, она есть, но она не моя. Она не моя. И поэтому я говорю, что эти немощи и болезни они не ваши. И я говорю этим немощим, духи немощи и болезни. Оставьте народ Божий прямо сейчас. Я приказываю, как слуга Господа, исцелению проявиться, свободе прийти как власть имеющий, я говорю, будьте исцелены, будьте свободны, будьте благословлены. Я говорю, искоренение всякой немощи болезни. Помазание разрушает всякое бремя болезни сейчас в вашем теле. Колени исцеляются прямо сейчас. Дух немощи и болезни отступил. Болезни уходят сейчас. Много болезней уходят сейчас. Я вижу это. Я говорю вам. Я говорю вам прямо сейчас. Помазание на вас там. Свобода. Радость. Мир. Прямо сейчас. Принимайте, я, я ощущаю атмосферу восхищения, легкости. Это разрушено, это разрушено, это разрушено. Глаза исцеляются. Я сейчас буду еще давать слово ⁇ знание ⁇ Но исцеление высвобождается для каждого. По всем городам, по всем странам, по всем континентам. Слава Господу! Когда вы сейчас вы будете свидетельствовать об исцелении, вы пишите только факт, но обязательно напишите страну. Я хочу видеть, по каким странам распространяется исцеляющая Божья рука, река, и чудес будет много. Слава Господу! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за исцеление. Спасибо Тебе. Иммунитет восстановлен. Спид и ВИЧ уходят прямо сейчас. Болезни печени уходят прямо сейчас. Аллилуйя. Помазание на вас, чтобы исцелять больных. Ваши руки помазаны исцелять больных. Слава Господу. Итак, я даю слово знания. Когда вы это слышите, если это о вас, пожалуйста, напишите это обо мне. А потом, когда при, проявится исцеление, пожалуйста, напишите, что я исцелился. Но не по вере, пишите факты. Хорошо, разрыв диска. У кого-то есть разрыв диска, Господь исцеляет вас. Я говорю, диск будь восстановлен. Фонтан чудес здесь. Друзья, просто бьет фонтан чудес из Господа. Из Господа. Знаете, это вырывается наружу. Слава Господу. Аллилуйя. Если есть огонь, если есть жар, это, это помазание Божье, оно сходит на вас. Миниск. Вы получаете исцеление прямо сейчас. У кого-то есть образование на губе, то есть что-то на ваших губах, как образование какое-то, это исчезает прямо сейчас, это искореняется прямо сейчас. Слава Господу! чьи-то знакомые соседи исцеляются. Если вы хотите, чтобы помолились за ваших знакомых, они должны быть, включите связь им. Или бросьте потом им эфир. У кого-то облазит кожа на ушах. Я когда записывал это, я удивился. Господи, неужели бывает кожа облазит на ушах? Если у вас облазит кожа на ушах, пожалуйста, напишите. Я хочу убедиться, что я правильно услышал. И Господь исцеляет вас. Это восстановится. У кого-то есть потресканные губы. У вас всегда потресканные губы. Господь исцеляет вас. В вашей ноге есть такая боль, что это похоже на то, как будто, знаете, как кол вставили вам через пятку в вашу ногу, и вы ходите, и такая резкая, такая боль неприятная. Господь исцеляет, Он убирает эту боль прямо сейчас. И я говорю, венам на ваших ногах успокоиться. Успокоиться. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Бог исцеляет человека от артрита. Скажите, я отказываюсь от артрита я противостою этому, ты не получишь мое тело, я говорю, от а ты, ты, ты У кого-то есть артроз, я благодарю тебя, Господь, что ты исцеляешь шейные позвонки, позвоночник в области лопаток, и ты выравниваешь позвоночник. Проблемы позвоночника уходят прямо сейчас, вы исцеляетесь прямо сейчас. Также артериальное давление, повышенное или пониженное уходит навсегда. У вас больше не будет. О, вот есть, смотрите, сильное шелушение на ушах. О, видите? Я правильно услышал Господа. Аллилуйя. Давление уходит. И оно никогда повышенное или пониженное не вернется вам. И я говорю, что Бог очищает ваши вены от бляшек, от лишнего холестерина и никакого тромбоза во имя Иисуса Христа. Но те, у кого есть проблемы с артериальным давлением, пожалуйста, добавьте спорта. Я вижу это. Добавьте спорта, добавьте спорта и пейте воду. У кого-то есть образование в шее или на шее. Бог исцеляет вас прямо сейчас. У кого-то исчезло что-то на шее прямо сейчас. Есть опухоли в груди, затвердение шишки, это ушло прямо сейчас. Проверьте и напишите. У кого-то есть опухоль на ребре или возле ребра. Может быть, ваше ребро было сломано, и оно начало выпирать, и что-то наросло на вашем ребре. Либо ваша опухоль прямо возле ребер. Она уходит, я приказываю силой Божьей. На мне помазание. На мне электрическое и огненное помазание. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. У кого-то скачет давление, из-за нервного состояния войдите в покой. Следующее, что Господь сказал мне, патология сердца. Я говорю вашему сердцу, прийти в совершенную форму и стать на место. Что-то произошло с вашим сердцем, оно деформировалось. Пожалуйста, если у вас есть деформация сердца. Или оно смещено. Короче, какая-то патология сердца. Напишите прямо сейчас. Я хочу это увидеть. Господь исцеляет вас. Я чувствую такое помазание. Я прям восхищаюсь этим, что я даже не могу молчать. Слава Господу. Так, у кого-то изменение функций дисков. Межпозвоночных дисков. Господь исцеляет вас. Они становятся на место. если там есть трещины, трещины заделаются. Я пророчествую и говорю, что всякая трещина в вашей кости, в ваших ребрах, в ваших дисках, Снежана, если можете, напишите, что это за деформация. Можете не писать, если стесняетесь. Слушайте, всякая трещина в любой части вашего костного отдела, она замазывается прямо сейчас, ну, заделывается. То есть э, там не будет этих трещин. Господь исцеляет вас прямо сейчас. И было слово об э, исцелении позвоночника. Господь исцеляет вас. Кто-то спрашивает, что такое электрическое помазание. Но ну, фактически это игра слов. Я сейчас не хочу на этом останавливаться. Просто скажу, что иногда Бог дает почувствовать, а как энергия на твоем теле. Электрическое это потому, что это что-то знакомое, ну, слово, которое может быть близко, знакомо. Но вы спросите, Богдан, а зачем ты это говоришь? Потому что когда я это говорю, это начинает проявляться. Я просто не знаю, как еще по-другому это сказать. Когда вы переживете это, вы скажете, да, это похоже на электрическую энергию. Слава Господу. Я приказываю душевным болезням, психи, э, психологическим болезням оставить. Я приказываю рассеянному склерозу убраться прочь. Исцели отец человека от рассеянного склероза. Последствия инсульта уходят прямо сейчас. Теперь поднимитесь, пожалуйста. Нагибайтесь, поднимайте э, ноги, поднимайте... Руки, пожалуйста, проверьте себя, нажмите, где была боль, и прямо сейчас напишите, где ушла боль, и что произошло. Пожалуйста, не повери, и я хочу посчитать исцеление, я хочу почитать, что произошло. Мы благодарим Тебя, благодарите Господа, благодарите Господа, благодарите Господа, благодарите Господа. Во имя Иисуса Христа вы исцеляетесь. У кого-то был страх за э, ваше сердце, и был страх, а вдруг инсульт будет. И, э, не, не инсульт, инфаркт. И, э, и вот вы, вы все время ходили в напряжении, в переживаниях. Это уходит. Скажите, я отпускаю это. Это уходит. Вы не будете бояться. Я говорю кому-то, ваше сердце исцеляется полностью, навсегда, навсегда навсегда, навсегда. Проблемы с памятью, начните говорить, у вас хорошая память. Проблем с памятью нет, есть проблемы функции головного мозга. Поэтому говорите, мой мозг работает хорошо. Слава Господу! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь! Вставайте и проверяйте ваши колени, ваши ноги. И скажите, Господь, я обещаю Тебе свидетельствовать. Я обещаю дать свидетельство. Либо прямо сейчас в эфире, либо потом вы напишите мне в соцсети. Слава Господу! Аллилуйя, мы благодарим Тебя. И я сейчас еще скажу одно слово, и, но я буду смотреть за свидетельствами. Слава Господу. Вы знаете, я хочу прямо сейчас пригласить вас в удивительное путешествие, в удивительную жизнь. Я знаю, что некоторые из вас уже подключились к этой жизни, и вы являетесь частью того, что происходит и в эфире, и так дальше. Но вы знаете, Луки 8 глава, смотрите, что написано. После этого, Господь, если у вас есть панические атаки, страхи, все, что связано с душой, то ваша, ваша свобода приходит через ваши уста, через ваши уста. Вы просто противостоите этому. Иисус проходил по городам и селениям. Иисус идет в города, Иисус идет в поселки, проповедуя и благовествуя Царство Божье. А что они делали? ушла боль в плечевом уставе. Они исцеляли, они делали чудеса. Вот что такое Царство Божье. Слава Господу! Благодарю тебя. Друзья, сила Божья уже высвобождена. Только принимайте. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена дома домоправителя Иродова Сусана и многие другие, которые служили Иисусу, имением своим. Господь Иисус исцелил этих драгоценных женщин. Он исцелил многих других. И эти женщины, которые получили исцеление, эти мужчины, которые пережили исцеление, или кто-то же еще стоял в вере за исцеление, они начали помогать Иисусу распространять исцеляющую силу, тем, что они служили Иисусу, Ему своим имением, чтобы Иисус мог со своими учениками, апостолами, продолжать нести исцеляющую, исцеляющую силу в другие места. Это есть любовь. Потому что, когда ты пережил на себе что-то от Иисуса, ты хочешь, чтобы Иисус ушла боль в правом подъеберье. Слава Господу! Он касался это, других людей. Это есть любовь к людям. Это и есть любовь к Господу. Понимаете, они, они не просто благодарили Иисуса своими ресурсами. Если кто-то хочет это сделать, Он может это сделать. В Ветхом Завете были жертвы благодарения. Но они больше хотели, чтобы сила Божья, которая была на этих людях, она продолжала распространяться. Чудеса, знамения, изгнание беса, воскрешение мертвых. Проповедь Евангелия, пророческая, слава Господу. И они участвовали, ушла боль в плече и сердце. Слава Господу. А, некоторые из вас уже это делали, но я хочу вас пригласить в эту жизнь, полную чудес и исцелений. И пригласить вас посеять в это служение Иисуса. Это не мое служение, это служение Иисуса. Скажите вашей дочери, что она исцелена от склероза рассеянного, и пусть себя так и называет постоянно. Я хочу пригласить вас посеять в это служение сегодня суббота, чтобы мы с Иисусом могли нести это дальше. Реквизиты есть, в Facebook, Instagram, YouTube в описании под видео. В описании Нажми, найдите описание, и там все есть. Реквизиты вы можете посеять. Но Иисус сказал дальше, что те, кто сеяли в служении Его, в служении исцеления, чудес, они получили во сто крат того, что они сеяли. Слава Господу! Я благодарю Господа за каждого из вас, кто на этой неделе сеял. И я благодарю, вы знаете, я просто провозглашаю это, я верю, минимум 200 партнеров для этого служения. И если Господь побуждает вас присоединиться, присоединяйтесь, и мы понесем это вместе. И кто-то молится, кто-то сеет, кто-то э, фактически осуществляет это, молясь за больных. А на самом деле мы тогда становимся все меньше. Ушла боль и затвердения в груди. Представляете, напишите, Лидия, какого размера было это затвердение. Пожалуйста, напишите. Это затвердение, это, знаете, их называют опухоль, затвердение. Бог делает чудеса э, прямо сейчас. И мы все вместе участвуем. Знаете, я думал всегда так, а почему Богу не взять и не дать проповеднику, служителю все ресурсы, которые нужны для служения на всю жизнь. И потом я понял, что если Бог может это сделать, но тогда люди не получат свои урожаи, люди не будут иметь возможность участвовать в этом служении, и люди тогда не получат награду за свое участие. Поэтому Бог... Моя кожа исцелилась от витиго. Это факт или же это, или это ваша вера, Снежана? И смотрите, и поэтому Бог, Он соединил нас вместе, слава Господу. Алило, чтобы мы могли сделать свою часть для этого служения и чудеса, и исцеления не распространялись. Скажу вам, что Иисус со мной говорил много в последний год и последнее время о расширении служения чудесами и исцелениями. И он со мной хорошо поработал, и мы увидим больше чудес, чем когда-либо раньше. В этом служении вы точно увидите больше чудес и исцелений, чем когда-либо раньше. Мы идем в этом прямо сейчас. Мы идем в этом. Слава Господу. Поэтому присоединяйтесь, посейте ваше драгоценное семя, как здесь написано в Луки 8 глава. Вы можете даже почитать с 1 по 8 стих. Слава Господу! Люди свидетельствуют об исцелении прямо сейчас. Слава Богу! Кто-то из вас даст исцеление на неделе, но сила Божья была высвобождена. Благодарим Тебя, Господь. Также я молюсь, Отец, за каждого сеятеля, за каждого, кто жертвует в это служение. Я благословляю каждого, кто хочет, кто хочет присоединиться, помочь Тебе, Иисус, и участвовать в этом служении. И я молюсь, чтобы они получили обильные урожаи. Я благодарю Тебя за каждого из них, кто на этой неделе сеял. Вам огромное вечное спасибо и я молюсь о ваших урожаях каждый раз, когда вы сеете. И я благодарю тебя, что приходят стократные урожаи. Потому что ты обещал, Иисус, кто ради тебя Евангелие сеет что-то, они получают во сто крат больше. Слава Господу! Благодарю тебя за каждого, кто сеет и кто становится партнером для этого служения. Мы благодарим тебя. Но сегодня эфир исцеления. И сила Божия высвободена. Она работает в мышцах. Ваших мышцах ног, которые идут от таза, ну от передней части и до колен, вот эти передние мышцы ног. Я не знаю, как они называются, но Господь исцеляет вас. Исцеля немного. Так, слушайте, слушайте, Бог исцеляет детей. Он сейчас мне сказал. Он исцеляет детей. Если в вашем доме есть дети, которым нужно исцеление, быстренько возлагайте на них руки. Если у вас есть знакомые дети, а вот еще ушла боль из груди еще у человека, слава Господу. Если у вас знакомые дети, которые больны, пожалуйста, наберите их прямо сейчас. Если это уже поздно, обязательно завтра. Наберите родителей, наберите этих детей, и высвободите на них исцеление, и обязательно сразу проверьте. Потом на следующий день проверьте. И обязательно мне напишите. Иисус обнимал детей своими руками, которые были исцеляющими руками. Я пророчествую, что Бог исцеляет ваших детей. Будут удивительные чудеса. Исцеление почек, зубиков детей, глазиков детей. В больницах сейчас исцеляет детей. Слава Господу! Вот слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, Господь! Может быть, вы пошлете этот эфир кому-то, кто у кого есть ребенок в реанимации, в больнице. Пусть родители вот этот момент включат над ребенком. Просто попросите их. И я говорю этому ребенку исцелиться прямо сейчас во имя Иисуса я приказываю аутизму, болезням крови, рака детей, паралич оставить. Оставить этих детей. Болезни глаз уходят прямо сейчас. Слух исцеляется прямо сейчас. Хронические болезни уходят прямо сейчас. Теперь я вижу детские болезни Кожи. Или же нет, не так. Я вижу это. Смотрите, у этого ребенка кожа пожелтела, какой-то проблемы со здоровьем, что у него желтая кожа. Я говорю, этот ребенок исцелись прямо сейчас. Дух смерти, дух болезни и немощи, оставь этого ребенка. Я говорю, жизнь и долголетие. Этому ребенку прямо сейчас. Я вижу младенца, который лежит и не может вставать. Он не может поднимать головку, ручки, ножки. Может быть ему уже месяцев 11. Он не может подниматься сам. Я говорю, сила Божья в каждый орган этого ребенка во имя Иисуса Христа. У кого-то ребенок... Уже в районе трех лет и больше он не разговаривает. Я говорю, голосовые связки развяжитесь во имя Иисуса Христа. Говори, дух не мой, оставь этого ребенка. Все, что связано с ДЦП, оставь этих детей. Руки выровняйтесь. Ходи, ребенок, во имя Иисуса. Я видел исцеление детей от ДЦП. Я видел Бог делает это во имя Иисуса Христа. Поднимите ваши руки Господу, потому что вы исцелены. Вопрос закрыт. Слава Господу. Отнесите это видео этим детям и обязательно потом пришлите мне э, свидетельством. И, и вы знаете, что дети, которые больны раком, вы можете смело э, давать людям, где я в соцсетях, чтобы они мне писали, звонили в соцсети, где дети больные раком. Аллилуйя. Давайте поблагодарим Господа за чудеса, за исцеление. И пообещайте Господу дать свидетельство. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за исцеление детей. У кого-то из детей плохой стул. Очень плохой стул. Господь исцеляет. А есть дети, которые... Верхняя часть туловища здоровая, но проблемы с ногами, и родителям приходится поднимать ребенка и носить ребенка. Я приказываю исцелиться прямо сейчас. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за каждое исцеление и за каждое чудо во имя Иисуса. Я благодарю тебя, что урожаи высвобождаются. Кто-то принял решение сейчас сеять. Но я хочу вам сказать, даже урожаи финансовые высвобождаются тем, кто когда-то просто куда-то сеял. Для вас высвобождаются, для каждого с неба высвобождаются урожаи. Теперь скажите, я принимаю мой урожай и обещаю дать свидетельство. Высвобождаются Божьи урожаи каждому сеятелю во имя Иисуса. Друзья, как служитель Божий, я говорю вам, что сила Божия была высвобождена против каждой болезни и немощи. Сила исцеления, здоровье, все было высвобождено. Слава Господу! Благодарим Тебя, Господь! Благодарим Тебя, Господь! Любим Тебя и славим Тебя во имя Иисуса. Леша, есть друг мой, если ты здесь и ты считал, сколько людей написали во время проповеди. Ушло более, напиши мне, если сейчас не получается ничего, слава Господу. Друзья, завтра в 20.30 я буду делать, я буду делать эфир, и, и мы пойдем выше. С Господом. Пришло время подняться выше. Пришло время подняться выше. И если ты не сможешь сам подняться, Иисус тебя поднимет. И ты будешь, и ты будешь на новых высотах. Ты будешь на новых территориях. Слава Господу! Аллилуйя! Это время подъема. Это не время разочаровываться. Кто-то скажет, Богдан, но такое в мире происходит. Да, в мире такое что-то там происходит, очень плохое. Но в Царстве Божьем происходит подъем. Мир разлагается. Царство Божье созидает мир в панике, в Царстве Божьем мир, покой, вера. В мире тьма, Царство Божие полно света. Мир болеет, там страх эпидемий, новых болезней страх. Но Бог хранит нас и хранит наше здоровье. Слава Господу! В мире рабства, Царстве Божьем помазание. Благодарим Тебя, Господь. Но мы будем распространять жизнь на этой планете, нести чудеса Божьи по всей земле, распространять исцеление по городам и селам, спасать души на каждом месте, где только это возможно. Аминь. Мы не регрессируем мы укрепляемся силой, и мы становимся сильнее и сильнее и сильнее и сильней. Слабость – это не про нас. Это не про нас. Слава Господу. Аллилуйя. Вся слава нашему Господу. Он один достоин. Славы и хвалы. И давайте все скажем Аминь. Спасибо, дорогие сеятели, партнеры, кто присоединяется завтра в 20.30. Поделитесь этим эфиром, пожалуйста. И нажмите лайк этому эфиру. Хорошо? Божьих вам благословений. Вперед, Иисус!